Эть. 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 И потом костной мукой. Пиндюльк. Пиндюльк. И пиндюльк. Вот. Пиндюльк, значит, да? Пиндюльк, да, значит. Сейчас красота-то такая, как здесь получается. Здесь еще немножко эть. Эть. А костной муки-то нет. Ты тут давай не наблюдай за костной мукой. Сгоняй, пожалуйста, принеси мне. Я тут еще немножко повыращиваю водоросли. Вот сюда. Эть. Сколько тебе костной муки? Максимум, который только в карманы влезет. Давай. Ща будет все. Давай, давай. Аквариум для Пашки, Сашки, Наташки, Машки уже почти готов. И на это потребовалось всего лишь 35 серий для того, чтобы подписчики нас поупрашивали наконец-то сделать этот аквариум. И мы сделали. Всего лишь очень мало времени понадобилось на это. Не, держи, 50 штук. Хватит? Хватит, молодец. Сейчас. Пиндюльк. 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 Сюда. И в принципе, вот еще немножко можно вот здесь. Ну, красота же какая со стороны. Кать, стекло! Я еще стекла забыла, не за стеклом. Сгоняй, пожалуйста, быстренько. Я тебе спортсменка, что ли? Нельзя было сразу попросить, а? Будь полезной в этой жизни хотя бы в чем-то. Побудь курьером сегодня. Иди за стеклом, и не вот это самое, хорошо? Точно больше ничего не надо? Да, 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 точно. Вот стекло это последнее, что надо. Так, водоросли еще немножко. Зачем мне столько много водорослей, если я их не использую? Все верно, все верно. Еще вот сюда. Еще 4 водоросля осталось. Давайте вот сюда и сюда. И вот так. А где они? Найти не могу их, эти стекла. В сундуке. В каком из миллиона сундуков? В нижнем, слева который. Где стекло? Помогите. Не вижу. Розовое стекло только есть. Реально, где стекло-то, ёпарасоте? Ура! Нашла! Сейчас. Наконец-то. Ультых. Тяжело, тяжело, держи. Хватит? Ага, спасибо. 64 штуки, да вроде должно хватить. Так, а сейчас ключевая часть нашего аквариума. Нам нужно спуститься под воду и застроить все окно стеклом. Кать! Шлемы вот эти из панциря, чтобы спускаться под воду, чтобы мы могли дышать. Давай еще за шлемами сгоняй, пожалуйста, быстренько. Я и так уже не могу дышать, ты меня загонял все, ну ты ёпарасоте. Давай, давай, панцирные шлема вот этих черепах, чтобы мы дышать могли под водой. Молодец, молодец. Так, а я пока начну ставить вот эти блоки стекла, чтобы у нас здесь красота образовалась прямо сейчас на глазах. Ну ты там долго, нет? Ну ёп, сейчас, сейчас, бегу. Вот, держи. Ага, давай, все. Надевай тоже свой и давай спускайся под воду. Да, сейчас надену. Все, давай. Ук и бульк. Ага, все, погнали. Так, сейчас, вот а это. Ты что не надеваешь? Кого? Шлем. Шлем? Да зачем нам вот этот шлем надевать, если у нас здесь вот этот морской маяк есть? Мы же здесь дышать можем под водой вечно. Ты забыла про это? Ты, черепаха сухопутная, ты чё мне сразу не мог сказать, зачем я за ними бегала? Ага, ага, сбегай домой еще за два стекла, не хватило. Сбегай, вот, сбегай сам, хорошо, да? Сбегай домой два стекла. Сбегай, 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 давайте. Полезно будет, жирок растрясешь. Ты смотри, как она заговорила. Это тебе будет полезно жирок растрясти, а не мне. Я тоже смогу пробовать, смотри. Оп. Аляски, пропердаски, аквариум мечты. На самом деле, я бы здесь даже жил. Так, я пойду за стеклом сгоняю, а то с этой бесполезной Катей, которая никогда ничего не делает ни в одной серии, вообще просто невозможно сосуществовать. А вот это сейчас обидно было. Так, здесь у нас, опа, 16 стекла осталось. А чё ты сразу все не смогла притарабанить, а? А чё ты сразу не мог сказать, а? И вот сюда. Ну ты только посмотри на эти кораллы, водоросли, морские квашеные огурчики. Ну разве это не красота, а? Мне реально безумно нравится. Но у меня есть кое-что получше. Хочешь посмотреть? Давай. У меня есть своя фотозона, если ты не знал. Фотозона? Да, пойдем за мной.
Так. А это на кой черт ты построила? Я только сейчас это заметил. Причем это вообще просто рядом с аквариумом. Это моя фотозона и подиум, смотри. Пери-пери-пери-пери-пяу. Так, ну пройдись. Ну ладно, хорошо, давайте я пройдусь. Если у нас сегодня фотозона, значит тогда надо пофотомодельничать. Вот, давай. Давай, пошел. На меня. Больше кратцы. Пери-пери-пери-пери-пиу. 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 Пи-пи-пиу, пи-пи-пиу, пи-пи-пиу. Так, все. Разошелся, да, вошел в образ. Фотосессия окончена. Так, стекло надо забрать, я ее разбросал по океану. Загрязнение окружающей среды нехорошо карается майнкрафтовским законом. Мной. Красота! Мне кажется, я к Пашке, Сашке, Наташке и вот этой пропердашке каждый день буду приходить и купаться. А сейчас самое главное. Надо вот этих черепах перетащить сюда. Поэтому давай, пошли. А вот эта вот черепаха, которая у нас на спине валяется всю жизнь, мы не сможем как-то реабилитировать? Я не знаю, мне кажется, она просто любит вверх ногами плавать, вверх пузом загорать. Поэтому я правда не знаю, как их всех сюда перетащить, учитывая то, что их на поводок же вроде нельзя взять или можно? Ой. Тихо, не надо бить ее. Ой. Сейчас, надо аккуратно. Нифига себе аккуратно! Черепахе по пузу стукнуло! Черепаха чуть не родила! Подожди, Кать, мы сейчас их убьем, пока... Да, успокойся! Так, план капкан, как говорится. Что нам делать, чтобы вызволить этих черепах? Если я сюда ударю... Ребята, нам нужна ваша помощь. Помогите нам, пожалуйста, как вызволить этих бедных... Ура! Получилось! Так, подожди, поводок. Ну, естественно, то, что давай, фиг... Лови. Фиг я черепаху на поводок-то возьму. А как их присандалить? Слушай, а если я возьму в руки... Кать, сгоняй за водорослями в последний раз в этой серии. За водоросли. Слушай, у тебя водоросли прям перед тобой. Ну возьми ты сам, сходи, я послежу за ними. У меня ножниц нет, чтобы эти водоросли срубить. Ладно, ты... На, ножницы, держи ножницы. О, давай, хотя бы в чем-то полезной будешь сегодня. Давай. Где? Давай, выбрасывай, а? Давай, быстро. Ну-ну-ну-на. Давай, так. А может их так надо приманить? Фиг его знает. Так, Пашка, Сашка, Наташка и пропердашка. А где они? Вот одна, вот вторая. Пошли. Одна за мной следует. Это кто? Это Пашка или это Наташка? Или это вообще Машка? Честно, вот что попроще спроси, пожалуйста. Там сзади утопленник. Убей утопленника, защищай вот эту дочь свою. Пошли, Машка. Или Пашка. Так, давай. Или Наташка. А вот это вот тоже за тобой последует, о, да? О, вверх ногами. Хорошо, тут еще один утопленник. Кать, мне нужна твоя помощь. Ты не воду бей, ты утопленника бей. Давай. На! Я спасла вас. С него что-то выпало мне, как будто картофель выпал или что-то мне показалось. Так, сюда. Только есть еще одна проблема. Там еще один утопленник. Спасай нас. Где? Ты слепошарая, за твоей задницей. Не вижу. А. Лови. На. Ой. Ну ладно, я его сам убил. Так, шелковое касание. Мы это застроили, конечно. У тебя черепахи ушли. Да они молодцы. Сейчас, да я это сломаю. Опа. Давайте, это ваш новый дом. Внутрь заплывайте, если сами заплывете, вообще умничками просто будете, умничками. Кать, собирай стекло. Так, сюда, все сюда, Пашка и Наташка, сюда, за мной, внутрь, заплывайте. Отныне вы здесь живете. И ты, мертвая черепаха, куда уплыла? Обратно! Сюда, давай, пошли. Как с вами сложно в этой жизни, вы себе даже не представляете. Это вы что вы толкаетесь? Место здесь все... Они тебя игнорят, просто игнор. Вы вообще в курсе, что я ваш отец? Внутрь заплыви, вот молодец. Дай мне, а то она за тобой выплывает. Давай, все, лови. Все, оставайся здесь, я сейчас за второй вот этой ненормальной. Ты тоже давай сюда за мной.
Ага, молодец, сейчас их как-то надо закрыть, даже не учитывая то, что нам надо... 130! Ты что ж ты-то, я ж не могу с тобой просто контактировать, Да подойди ты, пописяка, пописячная, ты меня раздражаешь. Слушай, давай займемся другими нормальными, полноценными пахами. Это самое уникальное, ты обратно вернись, вот это, которое вверх ногами, мне больше всего нравится, вверх пузом. Сюда! Внутрь! Я говорю, у меня есть подозрение о том, что они здесь-то могут на сушу выплыть запросто. Все, стой на месте. Опа, 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 опа. Фу. Плюс две черепожопика. Можешь их даже покормить. Да не, пока не надо, давай всех потом покормим сразу. Оставайтесь здесь и на сушу не выплывайте. Хоть зная наших черепах, даже если они уплывут в открытый океан, я же говорю то, что золото выпало с этого утопленника. Хоть я сначала вроде картошку сказал, но это не важно. Она все равно хочет немножечко покинуть этот аквариум. Черепаха-сухопутка. Тара-та-та-та. Черепаха-сухопутка. Она просто отказывается жить в этом аквариуме. Не, если хочешь, мы тебе, конечно, дурку можем вызвать. Мне кажется, тебе там самое место, но ладно. Она в любом случае сюда вернется. Пошли за двумя остальными вот этими детьми. Пошли. Погнали. Так, мне кажется, сверху надо тоже стеклом все заставить, иначе... Застроим, они... застроим. У нас еще немножко побольше планов есть на этот аквариум. Ярик. Пропердалик. Ярик. Да, скоро мы его туда тоже заманим. Дети мои, выходите. Все за мной, пошли. Ой, это будет долго. Воду, давайте воду. В воде намного проще вам будет существовать. Давайте воду, а от воды там до аквариума близко будет. Просто two months later. Yeah. И немножко осталось, немножко, Пашка, давай, еще немножко усилий, и ты будешь в воде-то. О, какой умничка. Ура! И вот ты тоже. Давай, 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 давай. Ну, о, какие молодцы. Вот сейчас, будьте так любезны, давайте, затащите вот свою черепашью задницу за мной. Пошли. Так пойдем их отведем на мою фотозону, пофоткаем их. Катя, веди их прямо сюда в аквариум. Я сейчас сломаю опять вот эти блоки. Будет очень печально, пока мы будем затаскивать сюда тех двух черепах, оттуда выплывут те другие остальные. Именно так и будет, молодой человек. Так, дети мои, внутрь! Сюда! Вот сюда, сюда! Заходи внутрь, заходи внутрь! А вот это, отвлекай других черепах! Вот сюда! Заходите, 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 заходите! Ты тоже заходи, Катя, отвлекай! Пашка, есть... А других это каких? Нет! Что за... Что собака на месте? В смысле, каких других? А, не, все на месте. О-о-о, немножко налево, чтобы ты не успела отсюда выбраться. Я сейчас опережаю тебя на перехват. Вышел на перехват, с левого фланга. Вы в западне. Кать, все черепахи на месте. Раз. Все на месте, да. А где вот это, а, перевернутая зарога, вот это, зарогает, загорает, в смысле. Вверх пузиком, да? Ой, ой, вы, слушай, мне кажется, ли они встречаются? Ты куда, ты, что, как, кого, что вы делаете? Все, мы зря их тащим, ну все, до свидания. Ты понимаешь, нет, что из-за тебя она сейчас уплыла, мы, это, она самая вредная, мы ее сюда 3 минуты заманивали. Иди плавай нафиг. Это такая идея вообще странная на самом деле. Ярик! А нет, показалось. Давай застраивать стеклом уже, скорее всего. Подожди, последнее, что нам надо сделать, заманить сюда Ярика. И мне кажется, то, что это будет сложнее всего. Как это вообще делается? Это невозможно. Как говорил один умный человек-майнкрафтер, нет ничего невозможного. Я не буду говорить, кто это был. Это был ты. Это был я. Пошли искать Ярика, давай. Так, на правом фланге только осьминог Сквидвард. По левую сторону у нас никого. Только рыбы вон. Ярик! 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 Вижу! Ярослав! Мы для вас домик построили! Хоть и небольшой, зато уютный! Где он? Где он? Ну вот был, вот с рыбами плавал вместе, вон! Ярик! Не прячься, пожалуйста, в середине всех водорослей, мы же тебя и так найдем! Рано или поздно. Вот он, вот он, вот он, вот он. Это утопленник, ты перепутала, Кать. Это Ярик! Это утопленник, в смысле Ярик? Это Ярик! Это утопленник! Это Ярик! Ну тогда, по твоей логике, я только что Ярика убил.
Я с ним кружусь в танце. А, ты, я думал, ты просто вот это, про этого утопленника, которого я только что... А вот и мертвая черепаха плавает, ну, в смысле, которая вверх ногами. Так, где он? Где он? Так, вижу! Вижу! Вижу, вижу, все, Ярослав, пожалуйста, дорогой наш, прекрасно. Тебя можно на поводок взять? Стой! А у меня грация дельфина. Да, у тебя грация тюленя. Давай, Ярослав, за мной. Катя, иди садись в лодку и погнали. А я думала садись на Ярослава, но в принципе я хотела покататься на дельфинах в детстве, ну ладно. Ты такой молодец, сейчас познакомишься и с Пашкой, и с Наташкой. А чё так много утопленников? Их здесь не было даже тогда, до того, как мы осветили здесь все квашеными морскими огурцами. Сейчас их как будто вот я не знаю. Сейчас убьем. Все, готово. Я не очень хочу открывать вот эти блоки, хотя, с другой стороны, все черепахи же выплыли, поэтому, Ярослав, сейчас давайте я вам тоже проход такой небольшой здесь организую! Так Ярослав у нас лесной дельфин, он в лес все равно уйдет. А так он уже тут, а зачем я, как я только что... Тогда я закрываю здесь Ярослава, но есть еще одна маленькая проблема. Он в любую секунду может отсюда просто и выпрыгнуть. Как сказала Катя, он реально лесной дельфин. А ты можешь притащить мне небольшой заборчик, Кать? Слушай, так давай здесь построим просто стеклянный купол. Стеклянный купол? Да, и получается будет, как у них тут своя лужайка, пространство, но все будет под таким куполом. И как бы, вот да, я очень умею объяснять, конечно. То есть ты хочешь сделать этот аквариум в огромном куполе, чтобы мы в него заходили и просто смотрели, как здесь поживают наши морские дети. Они будут здесь плавать. Да, у них здесь своя микросфера, микроорганизм, микропланета будет, блин. Когда хочешь казаться умным, но у тебя это не получается. Но я тебя услышал. Я тебя услышал, я тебя понял. Мы здесь делаем маленький микромир для всех вот этих морских жителей. Но вряд ли это сейчас будет, потому что я сдерживаю Ярика всеми своими силами, он сейчас вот прям уже уплывет. Да, и там мистер Крипер, пора спасаться. Че это было? Все, нам походу пора спать идти. Защищай нашу семью, Кать, защищай! А я сгоняю за стеклом и сделаем маленький, уютненький микроорганизацию для наших животных морских. Пропердольки, ну-ка, не трожьте! Иди сюда. Защитница, ты просто наша защитница! О, лесной Ярик, здорово! У нас здесь своя атмосфера, не обращайте внимания. Просто дичь какая-то творится, все, давай, пока.